приветствовать вас на ежегодной весенней церемонии праздник последнего звонка. Давайте проверим, все ли собрались. Итак, начинаем. Администрация на месте, гости прибыли, родители все в сборе. Первый класс вы здесь? Да. Вижу. Четвертый класс выпускной на месте? Да. И девятый класс выпускной в сборе. Вот и десятый класс, одиннадцатый класс. Где же одиннадцатый класс? Дождались недостающей части нашей большой и трудной школьной семьи. Давайте поприветствуем отважных, прошедших 11 школьных лет, идущих в жизнь дорогой побед, выпускников торжественных и важных. На красную дорожку вступает классный руководитель 11 класса, Коноваренко Марина Васильевна. Для нее этот выпуск знаменательный, потому что для нее он первый. Наш выпускной класс самый большой из всех выпусков. 16 юношей и девушек. Приветствую выпускников 2012 года. Приветствуйте Нора Александра. Учиться он старается и спортом занимается. Нежный, впечатлительный и очень представительный. Заболеешь, так и знай. Нора Сашу вызывай. Химию и русский учит. Чем лечить, тебя научит. Собраны мне все таланты. Фотограф, художник, интеллектуал. И вот подошел черед выйти на эту дорожку самой творческой натуре 11 класса. Умный, спортсмен и просто красавицы Разинковой Алёны. Встречайте Данилова Андрея. Выше папы, выше мамы, вырос дяденька сынок. В классе ты спортивный самый. Как приходишь на урок, тайно девочки вздыхают. Водку пригласил в кино, и порой не замечают, что урок идет давно. На красную дорожку вступает Романченко Екатерина. А вот эта вот девчушка, непоседа, кокотушка, может петь и танцевать, лучше Кати не сыскать. Встречайте Шарикова Романа. Кто внимательный и добрый, и улыбковый весь рот. И с девчонками из школы общий он язык найдет. Иногда лениться любит, но кто не без греха. А вообще-то он хороший, Рома наш во всем прихожий. Приветствуем Соколовскую Нину. Обворожительно, легка, воздушно, мечтательно, прилежно, простодушно. Добросовестно, мила, если нужно выручить. В институт пойдет она, все на свете выучит. Вы узнали футболиста? Ловко он ногами машет. Как забить легко и быстро. Батову Викторию. Вика наша солнечная, стремительная, трепетная, решительная, гармонная, неподкупная, порою неприступная. Встречайте Соколянского Алексея. На слове прав, Алёш, держись, не за судьбу свою борись. Законы не забудь, во всем ты справедливым будь. На совести, как только можешь, трудись отлично ты всегда. Величие Родины умножишь частицей своего труда. Приветствуем черчинян Надежду. Деловая, энергичная, фееричная, творчески увлеченная, с фигуркой уточенной, сказочная, изумительная, красавица. Встречаем черчиняна Дмитрия. Этот юноша очень хваткий, все при нем и все в порядке. Пусть упрямый своенравен, но вполне хороший парень. Приветствуем Благошу Ольгу. Неподражаемая,
милая, фантазерка неутомимая, гибкая и стройная, всех дорог достойная, дерзкая, забавная, заводная, славная, это наша Оля. Привет, Аветяна Сергея. Серега, парень наш такой, сильный, ловкий и крутой. В рэпе он силен и спорт, любит теннис и весь спорт. Школу ты не забывай, совершенствуйся давай. Целеустремленным будь, выбирай свой в жизни путь. Приветствуем Водопьянову Наталью. Наташа будет вся из света, вся из солнечных лучей. Ясно, как утро, луч рассвета, сказка тысячи ночей. Две хорошие подружки, хохотушки, веселушки, к знаниям идут дорогой длинной. Конечно, это наша Люда с Инной. На красную дорожку приглашаются родители наших выпускников. Они прошагали вместе со своими детьми все 11 лет. Встречаем их с дружными аплодисментами. Узкая тропинка, мой любимый школьный дом и березка под окном, и просторы голубые. Это все моя Россия. Торжественная церемония празднования последнего звонка 2012 объявляется открытой.